Студенты Нерюнгринского южно-технологического колледжа в течение нескольких дней будут сдавать экзамен по стандартам WorldSkills. Стоит отметить, что колледж является одним из многопрофильных и ведущих профессиональных образовательных учреждений республики, который имеет богатый опыт подготовки студентов по данным стандартам, а также победителей региональных и всероссийских конкурсов WorldSkills. Комиссия опытных экспертов, в составе которой присутствуют будущие работодатели, в течение трех дней не только оценит профессиональную готовность выпускников, но и отметит потенциальных работников для своих предприятий. Демонстрационный экзамен в этом году является статусом пилотной апробационной площадки. Это только эксперимент. Но на будущий год он станет неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации. И более того, на будущий год в нашем колледже будут еще две компетенции, по которым будут студенты демонстрировать свои знания. Это сухое строительство и автомеханика. Поэтому тот опыт, который мы получаем сейчас, он, безусловно, ценный и важный.